16 мая текущего года в 17:50 на автодороге Пермь-Екатеринбург, вблизи 75-го километра, водитель автомобиля АК в нарушении пункта 9.10 правил дорожного движения допустил столкновение с автомобилем Renault Logan, который двигался в попутном направлении движения. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир водителя АКИ. Водитель и несовершеннолетний пассажир получили многочисленные телесные повреждения. Данный водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, а воспользоваться услугами такси. О фактах управления водителями в состоянии алкогольного опьянения необходимо сообщать по номеру телефона ГИБДД 312-01.